Shell – это модификатор, который придает толщину нашим объектам, причем даже сплайном. Вот, например, я взял обычную звезду, в которой вообще нет полигонов. Я зашел в модификаторы, модификатор list, и ищу наш shell. Вот shell. Он сам создает все грани, и верхнюю, и нижнюю. Вот такие вот стандартные параметры. То есть просто объект без, грубо говоря, настоящей толщины. И у нас есть два параметра. Inner amount и outer amount. То есть inner — это внутренний, outer — внешний показатель толщины. Давайте внутренний. Чтобы было быстрее, сразу плюс 20. И покажу нам самое острие. 20 мало, 50. Вот, и мы видим, как у обычного сплайна появляется толщина. Это внутренне. Вот внешне. То есть это росло вниз, inner росло вниз, outer вверх. И теперь количество сегментов. Вот у нас появился 1, 2, 3, 4. Вот, и сколько надо, столько выставляем. Но на сплайне толком показывать нечего, это не очень красиво. Точнее, не сильно применимо в жизни. А вот если взять, например, самый популярный объект 3D Max, чайник, заходим так, сюда, делаем из него, редактируем полигон, выбираем объект, я убираю вот этот чайник. Теперь смотрим, вроде бы у нас виден объем в чайнике. Но это не объем, разработчики нас обманули. Потому я сейчас покажу. Я дважды кликнул, выбрал все полигоны, находящиеся по кругу. Удаляю раз. Удаляю два. И вот что мы видим. Они просто закрутили, получается, завернули нам полигоны вовнутрь. Тем самым не создавая много полигонов для того, чтобы было легче работать, но и немножко они, можно сказать, схалтурили. Хотя для каких-то элементарных объектов абсолютно пойдет. Так, ну в общем, я убрал крышку. И теперь смотрим. Пишу shell. И вот у нас абсолютно легально, по-настоящему, полностью появилась и толщина. Давайте только делаем меньше сегментов. Без разницы, в принципе, но кто красивее будет выглядеть. Вот. И есть. Вот внешний. Внешняя толщина, которую я увеличиваю сейчас. Делаем ее нулем. И внутренняя. Упс. Не то нажал. Увеличивая внутреннюю толщину, мы, соответственно, будем уменьшать объем нашего объекта. То есть, если я сейчас буду очень быстро увеличивать эту цифру, сами видите, как внутри все в прямом смысле сжимается. Вот, собственно, и все, что нужно было знать. Если вы хотите увидеть грани, которые создались, можете нажимать на вот эти вот галочки. То есть это показать все грани, которые создались, это внутренние, это внешние. И это показывает скошенные углы. Это которые были, это которые стали. Точнее, были бы. А это которые были бы, это которые стали. Пожалуйста.